Здорово всем ковродам! Сегодня 1 мая, Пасха, Христос воскрес. Выбрался покопать на старое место, в той же самой деревне. Пришел вот на берег реки, здесь находки были. 2 года назад здесь спахивали, поэтому все перевернули. И, возможно, здесь будут находки. Ну, правда, трава высокая. Ну ничего, можно будет походить. Там внизу ручеек течет. Сейчас будем искать, значит. Ну и по традиции земляному деду ходячка и конфеты. Давай, дед земляной, мы тебе конфеты, а ты нам давай монеты. Все. Прибор настроен. Лопата наточена. Так что ждем находок. Ну что ж, дорогие друзья, у нас первая находка. Вот она. Находочка, и это у нас 1 копейка. Окисленная, но ничего страшного. 1 копеечка. Первая находка. Выкопал сигнал. Сейчас посмотрим. Вот тут сигналит. Сейчас посмотрим, что там, еще не смотрел. Берем. Вот, в руку взял. О! Монетка. Вот она. Серебрушка, походу. Что это у нас? 20 копеек. 1873 год. Неплохо. Первое серебро в этом году. Нормально. У нас сигнал. Сейчас выкопаем его. Опа. Так. Так. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Выкопал. Тут лежит. Нету. Тоже нету. А, вот она. Вот она. 2 копейки. Ничего себе, как глубоко. Вспахали. Ну вот, 2 копеечки. Сейчас посмотрим год. 40-й год. 40-й год. Николай II. Ой, Николай I. Угу. Неплохо. Так, очередной сигнальчик у нас. На крестик похоже. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Нету. Тоже нету. Тоже нету. О. Ах ты, блин. Фигня какая-то. Это с рельефом, по-моему. Посмотрим. Коп продолжается. У нас вот здесь четкий сигнал 38. Вроде бы монета должна быть. Попробую ногой сейчас. Так, тут лежит. Сейчас будем так разравнивать. Так. Искать. А вот я ее вижу. Вот она лежит. Вот она. Вот.
Копеечка. Копейка Николаева. А, ну крылья вниз. Масон. Масонские. Копеечка. Ну, неплохо. Какой год не рассмотреть? Ну, скорее всего, 30-е годы. Выкопал глубокий сигнал, и у нас выпал кокалик. Вот, лежит он. Еще не смотрел его. Выпал, думал, что-то другое. Ну вот, ух ты, какая большая. Ух ты, какая большая. Блин, цепанул. Цепанул. Трояк или что это? Скорее всего, 3 копейки. Вензеля нету. Блин, цепанул. Ну, непонятно, что за монета. Скорее всего, 3 копеечки. Блин. Вот так всегда подальше копать. 2 раза еще и цепанул. Но я сейчас не скажу даже, что за монета это. Ну, скорее всего, гурта нету. Это, скорее всего, 3 копейки. Николая. Сейчас помоем, почистим, посмотрим. Так, у нас сигнальчик. Свет лежит. 2 дюйма показывает. Новый, оба-на, вот она. Вот она, монетка. Вот она. 2 копеечки. Сверху лежала. Сухая. Вот 2 копейки. Так, год у нас. 1830 год. Николай II. Неплохо. Что ж, ищем дальше. Не успел я далеко отойти, как у нас сверкнула монетка. Вот она лежит. Так, монетка какая-то убитая. Что с ней сделали? Походу ее пытались грызть. Ну, фокусируйся, блин. Короче, это копеечка. 1 копейка. Что за монета, непонятно. Тарел чуть-чуть просматривается. Кто ж это так изуродовал, да? Я такую монету еще не находил. Кто-то, походу, зубы точил. Такую монету испортили. Вот засранцы. Древние. Ладно, ничего страшного. Так, вот здесь у нас, значит, сигналит звук хороший. Сейчас посмотрим. Вот что-то в кулаке. Оба-на. Что это такое? Крестик. Нифига себе. Как новенький. Вообще с эмалью даже. Классный. Неплохо. Нашел монетку вот глазами. Лежит на поверхности. Так, что тут у нас? Монета вся убитая. Ну, что-то просматривается. Палоска, скорее всего. Да, P1. Павел. С этой ничего не видно. И вот рядышком нашел тут недалеко вот еще вот такую штуку. Вот украшение от какого-то, наверное, с узором. Медное.
Две рядом вот здесь. Одна вот тут лежала, вторая вон там. Вот такие вот штукенцы. Выпал у нас советик. 10 копеек. Гнутые, правда. 1949 год. Ну, сверху практически вот лежат. Эх, десятик гнутый. Ладно. Пора закругляться на сегодня. Вот такие у нас были находочки. Сафарик нас радует, как всегда. Находки есть, без находок не остались. Поэтому в следующий раз продолжим на этом месте копать. Уже, наверное, третий раз сменило место. Ну что ж, пора прощаться. Всем до новых встреч. Всем удачи, хороших находок. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки обязательно. Всем до новых встреч.